Отже, ми продовжуємо програму і готові вам представити власницю крамниці чайної чайна кімната Наталю Бабчук. Дякую вам, що ви з нами зранку. А сьогодні у нас буде достатньо такий цікавий чай, як завжди. Ви щось новеньке нам приносите і розповідаєте. Сьогодні поговоримо про улун ілі олонг. Як правильно його називати? І улун, і олонг, обе названня абсолютно правильне, і обе названня для одного і того ж чаю. Це китайський чай. Головне правильний чай знайти, так? Так, у нас проблема тільки знайти правильний чай, як його називати, це не проблема. Сьогодні утром Николаю морозно, треба согріватися, тому я пропоную випити хорошого якісного чаю. У мене в руках улун, це китайський чай, великий китайський любимчик. Той чай, що у мене, носить названня тігуанінь. То есть разновидностей очень много. Разновидностей моря китайского чая тоже очень много, и разновидностей улунок тоже очень много. Этот самый популярный, он наиболее на слуху, его можно легко найти, купить, не проблема. И он действительно очень вкусный. Такая популярность из-за вкуса или, возможно, еще какие-то полезные качества? Чай однозначно весь. Не имеет значения, черный, зеленый, весь чай будет полезен, если он будет качественный. Сейчас речь будет только о качественном чае. А по поводу того, где купить этот качественный чай, потому что вот в интернете, даже готовясь к нашему разговору, нашел очень много и на форумах того, что продают как качественный, но потом оказывается, что это вообще обычный какой-то чай прислали. Как быть и можно ли доверять, например, той же интернет-доставке? Качественный чай не может стоить дешево. То есть, если говорится о известном китайском чае, и цена его подозрительно низка, вероятность всего, что это не будет тот чай, который... Давайте приоткроем тогда занавес того, как по цене дорого или дешево. Вот примерно ценовой диапазон, на который стоит ориентироваться. Будет варьироваться от 60, 80, 100 гривен за 10 грамм. Приблизительно вот так. Это будет очень хороший чай, однозначно. То, что сейчас принесла я вам, он все-таки на каждый день. Он немножечко стоит дешевле, потому что цена, естественно. Ну да, на каждый день не накупишься. Нет, не накупишься. Но иногда вот себя чем-то побаловать можно. Но на каждый день ценовой диапазон, естественно, ниже, намного ниже, на порядок. Я хочу... Давайте уже будем приступать параллельно. И, соответственно, потому что вопросов у меня будет очень много, я так понимаю. Исходя из того, что профессионал у нас в студии, понимаете, как не задать эти вопросы и не узнать, что же на самом деле. Сейчас можно плавно перейти к вопросу о том, как правильно заваривать чай. Вот я смотрю, вот как раз вы сейчас наполнили один из сосудов, и что это? Это чайная колба, это более современный чайный гаджет, его можно завести дома, у вас здесь, чтобы всем... коллективом, скажем так, наслаждаться. Он очень удобен. Правда, объем нам надо, наверное, побольше. А китайский чай не пьется большим объемом. Вот эта чашечка, что стоит у вас на столе, она замечательная, но она никак не есть для, скажем, того чая, который сегодня принесла я. Классический в английском исполнении чай, черный чай с молоком, идеальный для этой чашечки. Но то, что буду сейчас заваривать я, вот эти у меня пиалочки зелененькие с дракончиком. Вот здесь мы будем пить. Сейчас из них будем пить. Я, знаете, что сейчас сделаю, да? Я обдаю посуду кипятком. Я рекомендую всегда всем моим посетителям, друзьям, которые приходят ко мне на чайные церемонии, всегда обдавать посуду кипятком и всегда промывать чай. Напоминаю, что речь идет сейчас только о хорошем чае. Чай, который стоит на полках супермаркетов, магазинов, ларечков. Ну, я думаю, если его раз так оплоснуть, то не будет уже потом ни света. Обдавай, да, ему это никак не поможет. Будет речь идти все-таки о хорошем чае и чуть-чуть прогреть пиалы. Просто если еще тут чай промывать, то я думаю, уже не будет что заваривать. Ну, смотрите, для того, чтобы промыть чай, это все-таки первичное какое-то смыть, какую-то первичную пыль, которая все-таки накопилась на нем. И, по моим наблюдениям, чай лучше заваривается. Намного интереснее раскрывается. Так, есть. Ополаскиваем, соответственно, эти чашечки. А по поводу того, как его сохранять, уже понятно, что купить и почем купить, скажем так, и как его отличить от некачественного, но вот как сохранять правильно, есть ли какие-то особенности? Улун, в принципе, очень любит, чтобы его хранили в холоде. Луна любит, чтобы хранили в холодильниках. Но здесь есть маленький нюанс. Пока, это мое личное наблюдение, пока этот улун, который хранился, возможно, в Китае в холодильнике, из Китая прибудет в Украину, не в холодильнике, то вопрос уже о его, нужно ли его класть туда или не надо, для меня он уже, например, стоит так, под вопросом. Стоит ли, если уже до этого он в холодильнике не ел. Но, опять-таки, хороший качественный улун все-таки в холодильничке будет лучше храниться, да? Конечно. Промывка чаем.
Вот так она выглядит, промывка чая. Да, это мы промываем. Очень красивое зрелище, между прочим. Завораживает, конечно. Плюс небольшое, скажем так, я переживаю, естественно, и у меня там... А это медитация, немножко настроиться на хороший лад, позитивный, и промыть немножечко промытым чаем. Угу. Плюс вот такая чайная колбочка, для нее нет необходимости уже иметь ситечко, угу. Потому что здесь на дне такие прорези, которые и да, листочек будет держать. Сейчас мы с вами все-таки... А по поводу того, как заваривать, мы предварительно закипятили чайник, воду точнее в чайнике и используем уже, вот, ну, наверное, не 100 градусов, а где-то уже 95. У нужен... Луны, если речь идет об лунах, луны любят горячую воду. Угу. То есть чайник закипел, можно особо не ожидать, чтобы он остыл, можно заливать, начинать промывать посуду, промывать пиалы, промывать чай и заливать уже чай горячей водой. Зеленые чаи, белые чаи, они любят все-таки воду попрохладнее. 80 градусов, этот чайничек закипел, открыли крышечку, через 5 минут 80 градусов можно заливать. Тогда чай будет нежный, ароматный, в нем не будет неприятных каких-то там... Я смотрю, что вот раскрывается чай, он постепенно наполняет эту колбочку. Да, кстати, вы заметили, его было немного. Да, вот я же почему смотрю, он параллельно еще и поднимается. Это такой танец чаиночек, когда они поднимаются вверх, опускаются вниз и раскрываются, заполняя собой все пространство колбы. 8 грамм, я сюда принесла, ровно 8 грамм. Это тот объем чая, который я использую для заваривания вот в таком стиле. Вот как раз я о граммах и хотел подвести, потому что если мы говорили о 10 граммах, я думаю, насколько же хватит 10 этих? 10 это много. 8 грамм достаточно. И есть такие чаи, которые надо много-много, вот всю гайвань, например, наполнить листьями, тоже из улунов. Но вот здесь 8 грамм достаточно. Если вы завариваете тигуанинь или любой другой светлый улун дома у себя, то 5 грамм на ваш стандартный чайничек, тогда надо ему просто дать немножечко постоять. А по поводу того, если мы это пьем вот чай там, вдвоем, может компания даже 3-4 человека, да, медитируем вместе, на сколько раз и сколько раз можно заваривать? Ну вот этот чаечек, что принесла сегодня я в студию, можно заваривать смело 4-5 раз и можно и больше. Но вот я предпочитаю остановить заваривание чая на самой вкусной ноте. Вот на 4-5 проливе, вот это первый пролив. Тут мы вымыли, прополоснули, а на 4-5 проливе чай раскрывается наиболее вкусным и наиболее насыщенным. Жалко, что не передает телевидение наш запах, потому что... Я даже, если честно, немного заложенным носом, но и то ощущаю. Держите. То есть это уже можно, да? Все, да, это первый пролив нашего улуна. Вот он, я не знаю... Можно ли это показать, что он цвет у луна вот такой желтовато-соломенный, светлый, такой искрится. Ну, в второй и третий пролив немножечко изменит его. Он будет светлее? Он сначала станет чуть-чуть понасыщеннее, поплотнее, не потемнее, а поплотнее, а потом будет светлее. Когда мы пьем чаечек, то первое, что ощущения должны быть сначала на его аромат. Поэтому мы сначала на аромат. И потом небольшими глоточками, потому что все-таки напиток горячий. Ну, можно в 3-4 глоточка. Употребляем, да? У него очень интересный аромат, очень запоминающийся вкус. Его очень сложно перепутать с чем-то другим. Внешне, визуально, многие говорят, это зеленый чай. Да, вот я говорю, нет, это улун. Но он же как зеленый. Есть еще темный улун. Которых тоже большое... Путают с черным его, да? Да, значит, это как хороший черный чай. То есть вот у нас многие называют улуны бирюзовыми чаями, многие называют полуферментированными чаями. В принципе, все названия имеют место быть. То есть просто его китайское название. А по поводу того, как с этим чаем быть, можно ли добавлять сахар, либо еще какие-то компоненты по вкусу, или он употребляется чисто в виде? Вот я не добавляю в китайские чаи, ни в какие китайские чаи. Это, в принципе, в хорошие качественные чаи, потому что чай произрастает во всем мире. Я не добавляю ни сахар. Я хочу сказать, что добавки в чай были придуманы для того, чтобы скрыть то, что надо скрыть, и добавить то, чего нет. То есть скрыть какие-то неприятные ароматы и добавить вкус, которого нету в самом чае. Если чай сам по себе прекрасен, он хорошо пахнет, он вкусный, он насыщенный, зачем туда еще что-то добавлять? Но если есть желание, это не портит. Если, например, даже сахар Если немного... есть желание немножечко добавить, то почему бы и нет? Китайцы не добавляют, но они можно использовать какой-то или орехи, или какие-то ягоды, почему бы и нет. То есть дальше на ваш вкус. Но те люди, которые приходят в
китайскому чаю, хорошему китайскому чаю, который привыкают уже ничего не добавлять. Они уже ничего не добавляют. Они ищут, чем же тот или иной сорт отличается друг от друга, в каких нотах, в каких вкусах. Это уже такое небольшое какое-то движение, что ли. Стало, кстати, начинает постепенно, по чуть-чуть в Николаеве. Вот да, много ли таких ценителей? Потому что вы напрямую с ними общаетесь. Не очень много. Немного, да? Не очень много. Но дело сдвинулось с мертвой точки. Просто не было чая, понимаете, в чем дело? Еще 5-6 лет назад просто не было. Ну, были аматоры, единицы, которые имели доступ к Китаю, к китайским чайным рынкам. Просто не было. Сейчас его уже достаточно. Можно покупать через интернет, почему бы и нет. Мощные чайные, скажем так, фанаты сидят в Киеве, в Одессе, нашим соседям Херсон. Но даже там намного больше вот, чайных поклонников. Николаев, отстаем. Отстаем, очень отстаем. Мне бы хотелось это все-таки популяризировать. Ну, будем надеяться, что даже сегодняшний эфир породит желание в душах николаевцев все-таки пить хороший китайский чай. Вам спасибо большое за то, что популяризируете такой вкусный напиток. Спасибо мне большое. Очень нравится и не только на запах, но и на вкус. Нагадую ще раз, що сьогодні спілкувалися стосовно того, як правильно заварювати китайський чай. Сьогодні ми куштували улун або його багато назв, є ще олон, із Наталією Бабчук, власницею крамниці «Чайна кімната». Отже, друзі, пийте чай, зігрівайтеся в таку холодну пору.